Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Очень много вопросов относительно моих любимых косметических продуктов. И сегодня я для вас подготовила топ-10, без чего я реально не могу жить. Испугалась. Здесь все продукты, которые я покупала уже по второму разу и куплю 100% по третьему разу. Итак, палитра Анастасия Beverly Hills. По ней видно, что я очень ее активно использую. И не как помады, а как тени, румяна, базы под смоки, все что угодно. Сейчас покажу одни из моих любимых цветов. Прям идеальные цвета, например, для смоки. То есть Anastasia – один из моих фаворитов. Второе – это палитра Bobbi Brown. Палитра консилеров, но тоже я не использую ее часто как консилеры, а как подложки под тени, как помаду, скуловую коррекцию, все что угодно. И здесь видно, что я очень часто ее использую, и реально она меня спасает, когда у меня приходят девочки с темной кожей. Мулатки, да, афроамериканки – прям супер. Лайк и куплю себе ее еще раз. Следующий мой фаворит – это тени Huda Beauty. Сейчас еще раз. Палитра, которую я очень люблю, это палитра Huda Beauty. И люблю ее, на самом деле, из-за одного цвета. И из-за черного. Здесь самый красивый черный цвет. Он реально черный-черный, не пятнит, классно тушуется. Поэтому очень советую, рекомендую. Реально все цвета классные. Далее, что я очень люблю, это палитра скулы и румяна от Elan. Причем скульптор и румяна я использую не только как для, да, коррекции лица, но и для макияжа глаз, губ. У меня есть, кстати, отдельное видео, где я делаю макияж полностью этой палитрой. Без нее жить не могу. База под тени. Моя самая любимая база под тени, вы это можете заметить по моим видео, это P. Louis. Супер, на нее ложится все. Кремовое, сухое, держится целый день. Прям лайк. Карандаш. Цветной карандаш Wacom. Номер, сейчас я вам скажу, 19. Их у меня уже было миллион. Это такой темно-синий цвет, который красиво и тушуется, и можно рисовать и каял, и стрелки. Мало красивых синих цветов, но этот прям супер. По баночке видно, что я их очень часто использую. Это тени Шарлотта Тилбери. Цвет гипнотизер. Очень красивый, классный и для домашнего использования. Можете просто пальцем нанести, растушевать. Классно держится. И также в салонном макияже. У меня это уже 5-6 баночка. Постоянно покупаю один и тот же цвет. Если вы любите влажный глаз, конечно, это спарклы от Hourglass. Вот такой светло-розовый. На самом деле можете любые покупать, они все классно смотрятся. Я вам сейчас покажу. Очень красивое свечение, мокрое, причем и на сухое, и на влажное, не сыпется, целый день носится. То есть по моей баночке видно, что я их очень часто использую, поэтому рекомендую. Карандаш Elan Dark Brown Micromatic. Брови, губы, все, что нужно прорисовать, какой-то контур, все рисую этим карандашом. Очень тонко рисует, если мне даже нужны какие-то элементы, все прорисовываю Dark Brown, особенно губы. Сейчас у меня, кстати, тоже губы прорисованы этим карандашом для того, чтобы выглядели более пухлыми. И тональный крем. Тон у меня в 99% на всех моделях, на всех моих клиентов. Это тон Elan. Три цвета, первый, второй, третий. В зависимости от того, какой мне нужен оттенок, я просто смешиваю между собой. То есть мне даже другие тона на самом деле не нужны, потому что я могу как нанести очень тонко, так и нанести плотно. Это мои 10 продуктов. Я вам покажу сейчас 11 продукт. Он не совсем косметический, но я его использую при каждом макияже. Это салфетки Elan для снятия макияжа. Их здесь целых 100 штук. Они очень такие тоненькие. И одной салфетки достаточно для того, чтобы убрать весь макияж. Не пересушивает, особенно для ТикТока, когда мы наснимаем ТикТок, и нужно очень много раз переснять, да, макияж глаз.
Салфетки, конечно, незаменимая вещь, потому что они не оставляют жирности. Видите, даже стойкий каял, все мне смыло. Не оставляют жирности, и сейчас кожа высохнет, и можно начинать делать макияж снова. Надеюсь, информация для вас была полезна, а вы пишите в комментариях ваши любимые продукты. И таким образом будем с вами обмениваться информацией. Всем пока!